Согласно статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, коридоры являются общедомовым имуществом. Согласно статье 37 Жилищного кодекса Российской Федерации, доля жильца в пользовании общим имуществом определяется пропорционально площади его квартиры. То есть владение и пользование общедомовым имуществом может осуществляться тем или иным жильцом пропорционально площади той квартиры, которая у него имеется в собственности. Владение и пользование общедомовым имуществом осуществляется по соглашению всех собственников. То есть теоретически, если жильцы многоквартирного дома дали согласие тому или иному жильцу отгородить часть коридора, который является общедомовым имуществом, кроме того, вот эта часть, которая была отгорожена, соответствует пропорционально площади квартиры и площади всех общедомовых помещений, то есть соразмерно, то в данном случае его действия абсолютно законны.